Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить оладьи. Для этого нам понадобится кефир. У меня сегодня домик в деревне 3,2%. Кефира нужно 500 мл. Мука 1,5 стакана или где-то 250-270 грамм. Одно яйцо. Щепотка соли. Пол чайной ложки соды и 3 столовых ложки сахара. Разбиваем с вами в миску одно яйцо. Добавляем щепотку соли и взбиваем венчиком. Теперь добавляем наш сахар и продолжаем перемешивать. Отмеряем 500 мл кефира. Кефир должен быть комнатной температуры, но я его еще ставлю в СВЧ разогреть. То есть я ставлю где-то на минуту, чтобы кефир был разогрет примерно до 35-40 градусов. Ну вот, я разогрела наш кефир, вернее, не разогрела, а чуть-чуть подогрела его. И выливаем к нашей яичной смеси. Перемешиваем. Теперь мука. Я в муку высыпаю 1/2 ложки, чайной ложки соды и перемешиваю. И начинаем постепенно подсыпать нашу муку, к нашей кефирной яичной смеси. Подсыпаем постепенно и разбиваем нашу смесь, чтобы не было комочков. Итак, высыпаем всю нашу муку до конца. После того, как мы перемешаем все и разобьем все комочки, я отставляю емкость на полчаса в сторону. Полчаса прошло, мы достали с вами сковородку. Мы с краю аккуратно зачерпываем с вами нашу массу для оладий и выкладываем на сковороду. Я не перемешиваю больше, как я сказала. Итак, выкладываем все оладьи. Выложила наши оладьи и накрою сейчас рассекателем специальным, чтобы масло у нас не брызгалось. И буду ждать, когда поджарится одна сторона. Вот сейчас оладьи покрываются такой как бы пленочкой, видно. Они становятся более матовыми. И потом еще немножечко подожду и буду переворачивать. Вот обратите внимание, на оладьях появляются такие небольшие дырочки. Это они начинают подниматься. Ну вот я перевернула наши оладьи на другую сторону и буду поджаривать их с другой стороны. Я перевернула их еще раз и теперь поджариваю с самой первой стороны. Выложила на сковороду следующую порцию, сейчас поджаривать буду. Итак, пережарим все наши оладьи. Часть теста я уберу в холодильник, дожарю завтра или вечером. Вот вторая порция оладий всегда получается симпатичнее, чем первая. И они как-то лучше поднимаются. Может быть, я недостаточно хорошо разогреваю сковороду перед первой порцией. Наши оладьи готовы. Приятного аппетита!